Привет всем! Сегодня я снимаю видео про Южную. Вон он Артём, короче. Ну, я не знаю, плохо, конечно, будет видно, камера отстойная. Вон он Артём, вон он детский садик находится. Буквально минут 20 назад, и сейчас идет хороший обстрел, действительно хороший. Вот прилетело на поле, короче, снаряд. Очень даже сильно охуенный. Вот последствия этого снаряда. Он взорвался недалеко от садика. Вот смотрите на яму. Вот что мы нашли в яме, вот смотрите. Вот что мы нашли в яму. Яма по пояс, короче. Ну, если такое взорвалось бы возле людей, это было бы, ну все, человек бы умер. Его бы разорвало, короче. Так что все очень, короче, плохо. Ой-ой-ой-ой-ой, ебать! О, ебать! Ох, ебать мой хуй! Ребята, снимай быстрее! Ох, ебать! Ебать, народ, пизда! Дай огонь, нахуй, текай, нажмите, дураки, блядь, нажмите! Короче, люди, смотрите сами. Я запрыгался. Смотрите сами, только что. Опять прилетел снаряд прямо на нас, блядь. Мы чудом спаслись. Отвечаю, даже осколками не задел. Это пиздец. Ох, ё, на шахте въебало. Ох, ебать. Фу, ребята, короче, пизда. Вот. Ох, ебать, ребят. Пизда, народ. Ох, ебать, да ну нахуй! Пизда, ребята, Южную сегодня развалят. Опять только что уебало, короче, три штуки. Раз, два, три. Один попал в дом. Пизда, короче. Это пизда, люди, короче, Южную нахуй развалят. Не дай боже. Это пизда. Опять, ебать! Сейчас ебнет. Вот, полетел! Ебать! Ебать маху, та пизда. Ой, блядь. Ребята, было такое, ну такое. Блядь. Все, ладно, до связи. Ох, ебать. Пизда нахуй. Ох, ебать. Ебать маху, пизда, народ. Ой, ебать. Фу, ебать. Пизда, ля, по домам ебашут. Фу, ебать, именно ебашут по домам люди. Итак, снова всем привет. Артобстрел временно кончился. Меня заебало сидеть дома. Я решил прийти посмотреть. Вот это продолжение того, когда мы щемились. Ну, это слабенький. Это слабенький, ребята. Это очень слабенький, потому что вы видели, какой там. Ну, окружение тоже выкосило. Главное, чтобы не повторилось. Вот я снимаю еще раз эту яму. Уже по тихому миру. Наверное. И вот когда в тот момент, когда мы стояли вот тут здесь, сейчас я вам покажу, где я упал, фотоаппарат потерял. Вот где я упал, фотоаппарат, когда мы щемились. А что так какой нахуй, мы там достали ту, пошли дальше. Ладно, кент мой там остался. Вот он, люди добрые, этот снаряд тут, который взорвался возле нас, когда я стоял, снимал. Камера, правда, действительно гомнянная. Может быть, вам плохо было видно. Вот он следующий, Захар, вот он. То же самое. Ребят, честно вам сказать, чудом мы, с нами ничего не произошло. Именно чудом. Вон он тот, который я тогда снимал. Я вижу, сейчас пойдем. А вот он, это тот, который бахнул, тот, который, когда мы упали. Я не знаю, как нас осколками не пошило. Вот он, клапан. Вот опять. Мы боимся особо ходить по полю, потому что где-то здесь не разорваны. Что, знаете, была не была. Рискнуть, не рискнуть. Ну вот такие вот роллы. Вот садика до садика. Люди ходят. Вон и жилые дома. Вот она еще одна воронка. Но она опять же слабенькая, не особо такая мощная воронка. Ну, слабенькая. По сравнению с теми, это так вот. Не воронка, а бы что было. Ладно, это фуфло. Ладно, пойдемте дальше. Ждите. Порватые провода. Люди. Слышишь, люди, блядь, сейчас нахуй нам люди. Вот они, порватые провода, короче, порвало осколки. Чтоб сейчас не скоротило по нам, а то. О боже, бедные люди. Продолжаем съемку, вот он еще один. Ну это уже тупо прямо, вот он садик. Чтоб если что, уверили. Так, начинается артобстрел. Мы будем сейчас линять отсюда. Вот он садик, вы как видите. А вот она еще одна такая плюшечка, дорогая такая. Итого таких плюшек три штуки мощных. Так, ладно, ожидайте дальше. Ожидайте дальше.
попала в крышу человеку. Ну, правда, плохо видно, маленький пробила крышу. Бедные люди. Вообще. Да, живу, глянь. Ух, нихуя тут, глянь, тут осколками решето. То же самое, как было и на Южной, на Лесной. Но тут в крышку попало. Людям. Стекла вам повылетали так там. Глянь, вон осколки, куда его на второй осколки на второй дом переключились, а крышу поебенило. Ну тут все тоже очень сильно печально. Я не знаю, есть пострадавшие тут или нет. Собака тут. Где, не гони. Да, вот она. Пошли, не заходи. Ну, ребята, короче, смотрите. Тут человеку, дед Саша, хорошему человеку попала в дом. Я не знаю, это в натуре чудо. Дед Саша в это время лежал на диване, смотрел телевизор. Вот, смотрите, последствия. И как после такого вообще можно было остаться живым? Чудом остался человек живой. В натуре чудом, гляньте, ну хату вот она, полностью положила хату, полностью. И в это время человек еще в хате находился. Как человек живой остался, это чудо, действительно чудо. Куда выстрелил? Точно уж никак не из горла. Да вон на поле. Вот летит, видишь, куда вот. Упал. Вот так. Вот отсюда оно пошло, а волной нет. Вот это все попорвало. Могло отсюда, могло оттуда. Газовая труба. Выстрелы были. Я по ступенькам в подвал как зайди только сюда. Поднимусь, оно вот это вот как ложилось. Слышишь, ощущение, что вот параллельно стреляло. Когда оттуда... Железные ворота. В дырку. Так они стреляют. Так, ребята, вот еще один рядом с домом. Вынесло вон сарайчик. Видно, что горит? Не видно, дым только идет. Сарай разворотило в хламину. Яма. Сантиметров 60. Ну, кто-то ж сказал, наверное, координаты. Слышь, ну да, яма ты, вообще. Вот там, Ирка говорит, вон снаряд разорвавшийся где-то, она залазивает. Ну, я туда не полезу, бо в грязи буду по пояс. Нормально? Ну да, давлением выше. А тут маленькая упала минка. Осколки валяются. Воронечка от минометика.